Чем на этот раз городские парки удивят жителей и гостей столицы в новогодние праздники? Ответ знает Юлия Важенина. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в парк Лакреевский лес, огромное количество светящихся гирлянд. Они повсюду, на декоративных арках, столбах и деревьях. Ощущение, как будто попадаешь в сказку. Вернее, сразу в две. Так решили жители столицы Чувашии. У нас было несколько наработок по сказкам, и мы сделали голосование на портале администрации города. Предложили на выбор сказку «Щелкунчик» и сказку «Холодное сердце». В итоге практически 52% наших жителей города Чебоксар попросили, чтобы мы сделали и ту, и другую сказку. Поэтому в эти новогодние праздники вы увидите героев и «Щелкунчика», и «Холодного сердца». Эти представления определенно стоит посмотреть. Не зря сказка «Лакреевского леса» стала победителем всероссийского конкурса «Лучшее мероприятие 2017 года в российских парках». Это абсолютно новый формат сказок. Дети не просто смотрят представление, но и сами в нем участвуют. И, конечно, получают призы. Ну а заканчивается все световым шоу ровно в 16:00. Помимо всего прочего, гости парка могут покататься с горки, взять в прокат коньки и тюбинги. Мы вот часто здесь гуляем, катаемся на ватрушках здесь. А здесь можно почувствовать себя настоящей елочной игрушкой, залезть в стеклянный чудо-шар и загадать желание. Новый сезон открылся и в парке имени космонавта Николаева. В этом году здесь появился дом снеговика. В гостях у помощника Деда Мороза можно не просто сфотографироваться, но и кое-чему научиться. Здесь проходят мастер-классы по мыловарению, созданию новогодней открытки, сборке кубика Рубика. Мы делаем некий семейный клуб, который позволит родителям вместе с детьми провести время вместе и получить определенные навыки по развитию моторики, по некоторым взаимоотношениям между родителями и детьми. Зооуголок у нас также будет работать. Зооуголок у нас тоже преобразился. У нас украсились вольеры, мы сделали подсветку. И даже вот сейчас, в темное время суток, можно будет прийти и увидеть всех животных. Зимние неолимпийские игры. Вместе с хоккейным клубом «Чебоксары» и с фондом «Доброе дело» специалисты парка организовали турнир для ребят из неблагополучных семей, воспитанников детских домов. Кстати, в этом году впервые в парке Николаева пройдут представления на русском и английском языках. Со 2 по 7 января все желающие смогут отправиться в захватывающее путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.